Иногда приходит письмо с сайта, и ты по первым строчкам понимаешь, что не случайно. Вроде бы и нет ничего, кроме фразы «Александр, хотел вам кое-что рассказать в связи с одним из ваших постов последних». Но в предлогах какая-то вибрация. И вот очередной имейл от человека, попросившего имя его не называть. А с историей поступить по моему собственному усмотрению. У него был друг с института. Как это часто бывает с годами, встречались все реже, но тем не менее пересекались регулярно. Он резко взлетел. А нам всегда сложно видеться как с теми, кто рванул наверх, так и с теми, кто рухнул в обратном направлении. Тяжело найти общие темы, если один выбирает самолет настоящий, а другой игрушечный, ребенку. Но и тот купить сможет только после зарплаты. Обоим стыдно от чего-то смотреть в глаза. Богатый чаще всего хочет поскорее встречу закончить, либо начинает искать, как помочь, иногда даже что-то получается. И друг детства понемногу превращается в должника. Отдавать, как понятно, особо нечем. Крепкая дружба становится песчаной и рассыпается. Так, в итоге, к определенному возрасту люди рассредотачиваются по компаниям схожего достатка и социального статуса. Исключительно разбогатевшие и исключительно обедневшие ожидаемо становятся исключительно одинокими. Нет, ну понятно, что деньги притянут приятелей, да и среди новых знакомых могут попасться очень достойные люди. Или иногда бизнес вместе с юностью ведут, но это все редкость скорее. Написавший мне письмо как раз попал в группу умеренно успешных. И поэтому жил счастливо, окруженный компанией друзей ранней молодости. А его однокурсник Федя, как принято сейчас говорить, выпрыгнул в космос. Высокомерным не стал, но на встречах курса появлялся нечасто, особенно после какой-то пьяной разборки, когда один из участников собрания старых добрых друзей обвинил Федю в разграблении страны и прочих стандартных грехах. Даже потасовка завязалась. Бизнесмен ушел с солидным бланшем под глазом. Всем потом стыдно стало, так как Федя работал самым обычным предпринимателем. На трубе не сидел. Понятно, что чист перед законом не был, но перед совестью обычной человеческой, говорят, долгов неоплатных не имел. Ну, разве что слыл излишне бережливым. На всякие праздники обычно дарил что-то из того, чем торговал. То все на день рождения микроволновки получают, то часы, то мощную скидку натуры куда-нибудь. Все смеялись, что ждут, когда Федя купит кладбище. И будет у всех закрыт достаточно дорогостоящий вопрос. Цитировали классический анекдот: «Место кладбища я тебе нашел, но похороны завтра». После памятной драки встречаться друзья стали реже, но Федя не пропадал, звонил, иногда звал в гости за город. С детьми, конечно, все приезжали. Водные мотоциклы, футбол, шашлык, да и потом дача питерская у Феди была, скажем так, демократичной. Не вызывала приступов комплекса неполноценности. Правда, Федя все больше проводил времени в Москве. Семью туда перевез, так что дружба становилась празднично-сетевой. Однако про дни рождения новоявленный москвич не забывал. Более того, оставался верен себе. И даже практически оправдал кладбищенские ожидания. В один год друзья по очереди получили на дни рождения сертификаты на посещение модной в городе клиники. Как раз стали появляться программы популярного нынче чекапа. Шутки по этому поводу зашкаливали. Все разумно отметили Федину исключительную расчетливость. Приходишь к нему в клинику проверяться, а там в тебе находят большую медицинскую энциклопедию. И начинаешь бесконечно инвестировать в бизнес друга юности. В благодарственных смс и звонках друзья умоляли Федю вернуться в торговлю бытовой техникой. Он даже обиделся. Ответил, что наконец что-то толковое подарил. Трое друзей, включая автора моего письма, стали думать, чем Феде ответить. Собрали небольшую сумму и купили подарочный сертификат на 10 посещений дорогой московской парикмахерской. Именинник был лысый с института. Вручить вызвался автор письма. Накануне даты звонит имениннику, трубку взяла жена. Федя умер месяц назад от рака.
Он болел почти год, боролся, но никому, кроме семейных, не сказал. Уехал в Германию, там и ушел. Как собаки от хозяев в лес сбегают умирать, чтобы не мучить людей. Они же понимают, что сердца рвутся. Просил и на похороны никого специально не звать, а просто при случае всем сообщить. Также жена сказала, что он очень просил передать Троице студенческой, чтобы они считали его последней просьбой использовать те сертификаты, если еще не нашли времени. У него не было никакой своей клиники. Просто Федин рак пропустили. Не факт, что вытащили бы, но шансов было бы больше. Вот он и стал близким дарить на дни рождения один и тот же подарок. Он хотел кого-то спасти. Придя в себя, друзья побежали по врачам. У одного и правда нашли нехороший полип в нехорошем месте. Успели. После таких событий они сами стали либо уговаривать своих знакомых провериться, либо тоже дарить походы на анализы, и никто уже не смеялся над этим презентом. Круги по воде начали расходиться. Прошло уже 8 лет. С тех пор известно о минимум 6, которых благодаря Фединому толчку вытащили, считая с того света. А эти 3 каждый его день рождения приезжают к нему на могилу, всегда, без прогулов. Там, на кладбище, все демократично. Старые друзья вспоминают молодость, и все равны.